Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях заслужений майстер спорту України, олімпійський чемпіон з вітрильного спорту, засновник «Мір Рейсінг Яхт Клуб» Ігор Матвієнко. Вітаю, Ігоре. Здравствуйте. Я привітаю всіх жителів нашого міста і гостей теж. Розкажіть, будь ласка, от про свою історію, як ви потрапили у вітрильний спорт? Прежде всего, парусный спорт меня привела эта романтика. Я шел там по Комсомольскому острову, увидел яхты, которые ходят по Днепру, и мне в этот момент очень тоже захотелось как бы иметь свое судно, иметь свою яхту, проводить лето на Днепре, на воде. Вода всегда нравилась. И пришел, записался на водную станцию «Машиностроитель». Это была осень. Зимой мы отходили туда, там отшкурили, скажем, там плавники. То есть мы занимались какими-то столярными работами, готовили яхты. И вот пришла весна, и наконец-то я сел за руль яхты. И, как говорят, те, кто взял уже руль яхты, тот уже ее не отпустит. За часов Радянского Союза доступнейшим был вітрильний спорт? Да, собственно говоря, это и привело в парус, потому что в те годы на Днепре были, можно сказать, десятки, может быть, даже сотни лодок, когда проводились соревнования, там, чемпионат города, чемпионат области. Это собирало до сотни разных лодок, разных классов. У нас работало более там 10 водных станций, на которых культивировался парусный спорт. Все друг друга знали, понятно, что дружили, но при этом конкурировали. И это было на самом деле интересно. То есть мы выходили на тренировки, это, ну, собиралось больше 20 лодок только на тренировках. То, что, конечно, нельзя сказать сейчас. Мабуть, за рахунок бюджету закупалися човни, так? Конечно, водные станции принадлежали, их культивировали разные заводы, комбинаты. Вот. Я, например, занимался на водной станции «Машиностроитель». Конечно, это был гигант-завод, который выделял средства, который закупал лодки, который вывозил на соревнования детей. Были разные общества, там «Зенит», «Водник», профсоюзы, вооруженные силы. То есть в соревнований было на самом деле очень много, и можно было гоняться, ну, до 20 регат в год можно было гоняться только там в рамках Украины. Я уже не говорю, если ты выходил там на всесоюзный уровень. Кто был вашим первым тренером? Первым тренером у меня была женщина, Карета Ирина Леонтьевна. Скажем так, она тоже в свое время занималась немножко греблей, но потом ее заменил парусный спорт. И в перспективе она набирала детские группы, в которую одну из детских групп попал, собственно говоря, и я. И в ней уже занимался мой партнер и напарник. Потом в перспективе это Женя Брасновец. Мы, в принципе, занимались вместе с самого начала. Спочатку вы конкурировали, так, на первых этапах становления. И, до речи, вот важко было освоить это, ну, новий, ви ще були, ну, в такому юному віці, цей такий, ну, досить технічно складний вид спорту. На самом деле я пришел в парусный спорт достаточно, ну, я скажу, не рано. Я пришел в 13 лет, потому что Женя, к примеру, пришел в этот спорт с 7 лет. И, собственно говоря, можно в 7 лет уже приходить и заниматься парусным спортом. Конечно, у тебя есть время, и ты, ну, ты немножко как бы себя подготавливаешь, учишься не так быстро. Ну, я в 13 лет достаточно быстро все схватил и, собственно говоря, там в течение сезона уже мог там гоняться. Вот ваши первые особистые успехи, первые достижения? Первые, скажем, успехи это были, конечно же, когда ты преодолевал стихию, то есть первое там переворачивание на яхте, первое выход там в волну, первый там шторм, который у тебя попал, и только потом уже там приходили какие-то победы, которыми ты тоже уже начинал радоваться, и уже впоследствии, конечно, радовались только победам, когда уже пережили вот эти первые ощущения хождения под парусом, скажем, тогда уже начал наслаждаться победами, которые, в общем-то, приносили тоже очень такую большую, сильную энергетику, которая двигала меня вперед, которая заставляла тренироваться. И, ну, такими яркими победами, ну, это были, скажем, последняя спартакиада народов СССР, мы, в общем-то, Кубок СССР. То есть тогда еще мы успели погоняться в той большой стране, которая была у нас. А в каком году это было?
Это был, скажем, 88-й год, последняя спартакиада народов СССР, это был 91-й год. Коли ви перемогли, так? Да, коли ми побіділи, да. І ви починали з класу яхт «Оптиміст», так? І коли ви, ну, ви вже стали ходити на яхтах класу 470? Ну, да, собственно говоря, практически все, кто приходят, они начинают заниматься в классе «Оптимист». Это хорошая яхта, она доступная, она тебе позволяет понимать парусный спорт, как яхта управляется, как добираются паруса. И потом уже, скажем, подростки растут, и они переходят в разные классы. У нас получается на сегодняшний день это 10 олимпийских классов, которые культивируются, плюс национальные. Ну, я перешел из «Оптимиста», скажем, в 70-ку. Вот. Потом через год перешел и Женя в 70-ку, и нам повезло, потому что в 88-м году проходили всесоюзные юношеские игры, на которых выступал 71-72 год, и мы попадали под этот год, и мы, собственно говоря, сели в яхту с 87-го года и проходили вместе в одной команде до 2005 года, то есть практически почти 20 лет. Як відбувало становлення команди? Знаю, що не одразу знайшли общий знаменник, так? Тут потім довго працювали. От розкажіть про роботу з Євгеном Браславцем. Звісно ж, робота тренера заключається не в тому, щоб тебе навчити ходити на яхті. Робота тренера заключається в тому, щоб тебе підібрати правильно людей, правильно посадити в лодку, створити команду. Тобто у нас, ну, скажем, команда 2 чоловіка, да? Тобто там є види спорту, де команди більше, там волейбол там 6, футбол 11. Тобто саме складне це створити команду, щоб команда двигала, всі команди двигали к поставленому результату, тому що якщо хоч один чоловік і там ходить, ну, як швейцарські часи. Если один механизм не работает, команда никуда не выйдет. Поэтому тренера, наверное, увидели какую-то совместимость между нами, посадили и, собственно говоря, как, скажем так, не прогадали. Вначале, конечно, было сложно, ну, как подростки, переходной возраст, мы немножко, скажем, драться не дрались, но ругались очень сильно. Вот. И когда мы уже начали достигать каких-то серьезных результатов, мы уже начали делить победу на двоих, поражение на двоих, и мы понимали, что уже мы друг без друга не можем, то есть нам нет смысла ссориться, нам нужно уже приходить к какому-то общему знаменателю и двигать нашу яхту вперед к новым результатам. Поэтому мы, собственно говоря, вот так стали перерастать, стали понимать о том, что мы друг другу нужны, о том, что для того, чтобы достичь результат, мы можем только вместе. И но это все было как бы на нашем сознании. И только когда, скажем, в 92-м году мы перешли в группу Виктора Коваленко, того тренера, который нас привел к олимпийским медалям, он нам начал уже это, собственно говоря, пояснять скажем, такой, с научной точки зрения, почему мы должны вместе быть, что нам нужно делать для того, чтобы наша психология работала на нас. До речі, це стало ключовим фактором, коли вас доля звела з видатним тренером Віктором Коваленком, у тому, що ви потім здобули. Звісно, то есть доля какого-то, доля удачі, доля какой-то фортуны, почему оно так сложилось у Виктора. Он закончил Олимпиаду в Барселоне, у него не было экипажа. Он, в принципе, решил взять нас и еще один экипаж, женский экипаж, Руслан и Таран. И опять же, это опять уже команда была 4 человека, несмотря что это были абсолютно разные лодки, разный пол, скажем так. Руслана выступала там в женской дисциплине, мы мужской. Но тем не менее, мы провели тоже очень много времени вместе, мы тренировались, и Виктору нужно дать большой респект о том, что он нас собрал и привел к этому результату. Олимпийские игры 1996 года в Атланте. Как проходил відбір и какое было финансирование на тот час в вітрильному спорте? На самом деле мы уже, конечно, я же говорил, что было уже имя в СССР, но тем не менее мы не отобрались на Олимпиаду в Барселону. Мы были вторые. Ну вот. И после 92 года мы начали потихоньку отвоевывать позиции в международном флоте. То есть это все шло шаг за шагом. И
мы поднимались все выше и выше, и, скажем, уже подходя к 95-му году, мы уже имели там 6-й результат на мире, там 4-й результат на Европе, то есть мы уже начали занимать какие-то лидерские позиции, но мы еще не были медалистами европейских и мировых первенств. Поэтому на нас, как бы так скажем, не сильно народ посматривал, а мы брали, как губка впитывали вот эти, скажем, все вот эти элементы, то, как гоняется. Мы называли людей, которые уже достигли вот этих медалей там, олимпийских, мировых, мы их называли профессорами парусного спорта, и мы были там счастливы общаться с ними, мы были счастливы, когда там они к нам подходили, мы могли о чем-то поговорить, обсудить, увидеть их тренировку, что-нибудь там заметить новое для себя. Мы все время учились, мы были в таком, скажем, высоком росте, и все время узнавали что-то новое, ну, делали большой объем работы, и конечно же. Неодноразово говорили, що вашою задачею було потрапляння у десятку на першій Олімпіаді, так? Да, на самом деле, мы когда приехали на Олимпиаду, парусный спорт, на самом деле, он очень, скажем, такой не короткая часть жизни. То есть парусным спортом можно заниматься практически все время, то есть до 80 лет. Мы понимали, что это наша первая Олимпиада, нам было там 24-25 лет, когда мы туда, ну, когда мы попали. И мы понимали, что парусный спорт – это прежде всего опыт. И мы приехали набираться опыта. То есть мы хотели показать, конечно, себя с лучшей стороны, показать максимально хороший результат. Но, тем не менее, мы понимали, что у нас будут еще впереди Олимпиады, которые мы тоже будем гоняться и тоже на которых будем бороться за медали. И вы вот казали, что у вас не было такой какой-то тактики. Вы у каждому заплыве, у каждому намагалися просто выиграть его, так? Да, мы не старались там придержать каких-то лидеров, мы не старались гоняться с каким-то определенным экипажем. Мы гонялись с флотом и старались занять максимально хорошую позицию во флоте и финишировать. То есть мы, собственно говоря, даже когда мы уже там после третьей гонки стали лидерами регаты, мы все равно не старались держать там вторые, третьи места. Мы просто гонялись с флотом и делали свою работу максимально хорошо. Что нельзя сказать, скажем, о соперниках, потому что соперники уже были, они как бы все, наверное, ждали, когда мы провалимся. Вот, по ходу регаты. Но провала не произошло, и мы победили, собственно говоря, регату без последней гонки. После финиша у вас навіть не было эмоций. Вы до конца не розуміли, что стали олимпийскими чемпионами, а нагородження відбулося не одразу. От коли до вас прийшли емоції, розуміння того, що ви стали олимпийскими чемпионами? Да, на самом деле, после того, как мы выиграли, еще гонялись, мы болели за Руслану. Руслана тогда боролась за медали. И она на этой Олимпиаде взяла бронзу. После того, как закончили свою дисциплину, болели за девчонок. Потом было пару дней, что до награждения, мы, собственно говоря, находились в деревне. Нас поздравляли, но мы не понимали вообще, что происходит. И только, скажем, когда мы поднялись на пьедестал, мы уже поняли о том, что все-таки мы достигли чего-то высокого. А основную, наверное, такую, скажем, лавру славы, да, мы начали уже принимать, когда приехали в Украину домой. То есть здесь уже, конечно, нас чествовали, и мы понимали о том, что мы сделали большое дело для страны. Олімпійські ігри 2000 року у Сіднеї, вам вдалося підтвердити свій клас, однак до призової трійки ваш екіпаж не потрапив. Чому цього не сталося? Ми дуже добре підготувалися к Сіднею і боролися за медалі практично до останньої гонки. Да, действительно, там немножко не повезло. Не повезло с дисквалификацией, которую это уже была третья дисквалификация. Мы рискнули, скажем так, с правилами парусных соревнований. То есть мы достаточно близко прошли перед яхтой. И ситуация такая была 50 на 50, что делать этого как бы нельзя было. Ну, видите, азарт все-таки нас где-то в какой-то момент переборол, и мы рискнули, и риск не прошел. Это была третья дисквалификация, и мы заняли 6-е место. Да, были расстроены, но тем не менее мы понимали о том, что мы входим в топ-лидеров парусного спорта класса 470, и мы все-таки продолжили готовиться, выиграли потом и мир, выиграли, и Европу выиграли еще, и готовились уже к Афинам. Тобто, знову підтвердили, у 2001 році ви виграли чемпіонат світу, потім
бронзу завоювали, виграли чемпіонат Європи, Олімпійські ігри 2004 року в Афінах. Тут вас спіткала інша невдача. От коли ви йшли першими, зламався плавник, який управляє човном. Розкажіть про перегони в Афінах. Гонки в Афінах проходили, ну, скажем так, ми коли вже підійшли к Афінам, у нас вже наш конек, скажем, був сильний вітер. Если, скажем, в Америке на первой Олимпиаде для нас был средний ветер, мы очень хорошо, комфортно себя чувствовали в средний ветер, то здесь в Афинах мы уже были, мы знали, что мы будем лидерами, о том, что ну, у нас одна из лучших техник, одна из лучших скоростей – это сильный ветер. И мы там, скажем, на второй гоночный день пришел сильный ветер, и мы понимали о том, что нам нужно сейчас набирать хорошие приходы по той причине, что потом идет уже слабее ветер и будет бороться ну, сложнее. Так оно и случилось. Первую гонку мы финишировали первые. Вторую гонку мы шли снова первые. И практически, скажем, второго уже не было видно даже. Но походу, что как-то какая-то, знаете, судьба вот она приходит один раз благосклонно, да, один раз не очень. Ну и вот как бы в море найти какой-то был предмет, может это была медуза, может это была рыба, может пакет. Но тем не менее, ты когда на больших скоростях идешь, сопротивление очень большое на плавник. И мы, видать, на что-то наехали, ударил по плавнику, плавник не выдержал и сломался. Ну без плавника лодка дальше не идет, поэтому мы получили дисквалификацию за эту гонку. И потом пошли слабые ветра, мы делали, что могли, но заняли только 9-е место. Но, тем не менее, остались десятки. Вот, и уже после этого начали подумывать о том, что парусный спорт на самом деле не только олимпизм, то есть парусный спорт, он еще есть профессиональный. И мы уже начали подумывать о том, чтобы перейти уже в профессиональный спорт, как бы, и попытаться там себя проявить тоже. А какие переваги профессионального спорта? Чему вы перешли профессионалы? Это был абсолютно другой, как бы, ну, практически это был другой спорт, потому что если мы здесь были вдвоем, у нас команда была два человека, то в профессиональном спорте, вот я попал в команду сразу, там, скажем, 16 человек. Вот, и тут уже каждый вот, вот этот механизм, он работал, должен был работать уже, ну, на 16 человек это было, ну, абсолютно другая картина, и это было интересно. И ты понимал о том, что твоя работа – это еще 15 человек на тебя смотрит и смотрит, как ты работаешь, и ты когда тоже, ну, то есть там, скажем, разные функции работы, и есть функции, когда выполняет одна часть людей, вторая вроде как просто занимается открытом лодки или еще там другими делами. И там, к примеру, я был триммером спиннакера, это вот этот большой парус, который несется. И ты, я понимал о том, что все зависит только от меня, то есть как я веду лодку, как я настраиваю этот парус. И все 15 человек стояло и смотрело на меня, потому что ну, на полном курсе был, скажем, за главного на яхте, это я. Які досягнення вдалося здобути от в професійному спорті? В професійному спорті, ну, ми там, скажімо, Олімпійських ігор нету. Ми займали третє на чемпіонаті світу, це в класі Транспак 52. Виігрували як би багато міжнародних регат в класі Дракон, в класі Мелжес. Тобто, хватає теж там регалій, і на самом деле, он тоже очень многогранен и интересен, и я думаю, что нужно не задерживаться, скажем, в олимпизме, а переходить в профессионалы, где ты можешь проявить себя еще больше и взять намного больше знаний и, скажем, интереса от парусного спорта. Вот. Потому что у нас гонки, как есть, тоже прибрежные, похожие на олимпийскую дистанцию, также есть офшоры, которые между материками, континентами идут, между островами. Ну, это все, конечно, тоже очень интересно. У 2017 році ви повернулися у Дніпро, зробили у місті свій гоночний яхт-клуб, Мир Рейсинг Яхт-клуб. Чим здійснили свою ще одну свою мрію, так? На самом деле, да, на самом деле, когда я уже начал заниматься профессиональным парусным спортом, если, скажем, мы как олимпийцы еще были на слуху в городе, там, в стране, то занимаясь профессиональным спортом, мы вообще пропали со слуха. И когда я приезжал в город, во-первых, то, что меня уже никто не знал в городе,
А плюс ко всему, картина яхт на Днепре стала очень такая, скажем, тоскливая и мрачная. То есть выходило там 3-5 десяток яхт, в лучшем случае, которые пытались гоняться, и все так стало грустно. И мне стало грустно, стали закрываться секции. То есть машиностроитель закрыл секцию, это одна из последних тоже секций была. Деткам практически негде заниматься. И я стал понимать о том, что в принципе, я уже там выиграл все титулы в классе 470. Я очень много себя там проявил в профессиональном парусном спорте. И что теперь, ну как бы моя миссия — дать городу, то есть вернуть городу хотя бы, чтобы жители города могли гоняться, могли ощутить, прикоснуться к парусному спорту, именно к гонкам. Вот. И я решил основать свой клуб «Мир Racing Yacht Club». Я купил абсолютно одинаковые небольшие лодки, это 7,5 метров, 25 футов лодки. И теперь жители города могут приходить, гоняться, мы организуем регаты, разные активности, которые сейчас доступны каждому жителю города, и можно себя проявить в парусных гонках. И, конечно же, для меня как мечта еще пока остается, это сделать детский парусный спорт таким же доступным, как он был в моем детстве. То есть, чтобы, я не говорю там полностью там бесплатный, да, к примеру, то есть сейчас уже немножко жизнь другая, чтобы это все было бесплатно, но тем не менее оно должно быть доступно, должна быть нормальная матчасть, должны быть катера обеспечения, должны быть школы, которые этим занимаются, и возможно, это не за счет должно быть города-государства, может быть, это за счет каких-то меценатов, за счет тех, собственно говоря, людей, которые могут помочь в развитии детского яхтинга. Щоб була кількість займаючихся, яка потім переросте у якість, так? Да, конечно. И я вот сейчас начал это, скажем, со взрослого спорта, потому что нужно вначале, скажем, пап-мам заманить в парусный спорт, чтобы они его полюбили. И потом они однозначно приведут своих детей, они будут помогать своим детям. И мы создадим, я уверен, что мы создадим хорошую школу детскую и будем ее развивать. Вот такое запитание. Останні олімпійські медалі України у вітрильному спорті датовані 2004 роком. Тоді були завойовані два срібла у класі інглінг, жіночий екіпаж Таран Матеушева Калініна у класі 49 ЄР Лука Леончук. На останніх чемпіонатах світу українці потрапляють лише у топ-50 і не мають жодної олімпійської ліцензії на ігри у Токіо. От яка або які зараз проблеми у вітрильному спорті, як змінити цю ситуацію в Україні в цілому? Да, на самом деле ситуация очень такая нехорошая получается с Федерацией нашего парусного спорта по той причине, что ни одной лицензии мы не взяли. Ну, я бы сказал, немножко нужно перестроить структуризацию подготовки и, может быть, структуризацию школ, потому что финансирование начало падать, скажем, после того, как мы ушли. После 2004 года, когда, собственно говоря, мы закончили заниматься, мы там, Родион, Руслана, все закончили, под нас, скажем, выделялись какие-то средства министерства. После того, когда мы ушли, да, молодежь, она немножко просела. И сразу же закончилось финансирование, ну, парусного спорта. То есть, возможно, что это как бы дало одним из толчков. Ну, конечно же, у нас как спортсмены, у нас также не хватает специалистов. То есть специалисты уходят, и те специалисты, которые работают за рубежом, они требуют каких-то материальных затрат, потому что если мы нанимаем тренера за границей, мы должны ему оплачивать эту работу. Работу наша федерация оплачивать не может, поэтому тот уровень тренировок, который остался у нас в стране, он вот, был недостаточен для того, чтобы поддержать тот уровень, который взяли мы, ту планку. Куди зараз може прийти дитина або вже може і доросла людина, щоб позмагатися на вітрилах? Де зараз розвивається вітрильний спорт? От ви сказали, у Бартоломео, а де ще взагалі у Дніпрі? Да, Бартоломео – це от для взрослих розвиваємо парусний спорт, це Мі Рейсінг Йот Клаб. Потім там є парусна секція, але вона обмежена теж матчастю, і туди дітки, як би, ми не можемо там створити велику групу дітей. Секція до США? Так, да, так. Да. І зараз розвиває парусний спорт Маріна Січ, це на Побєді.
Вот, это при поддержке председателя областной федерации парусного спорта Игоря Гетца. Вот, он тоже за свои деньги купил оптимисты и, собственно говоря, тоже культивирует там парусный спорт для деток. И наприкінці програми, от ваші побажання діючим спортсменам і тим спортсменам, тим юнакам, які тільки починають свій шлях у спорті? Прежде всего, это нужно любить, конечно, парусный спорт. И если вы его любите, если вы получаете от этого удовольствие, то вы тогда достигнете хороших результатов, но не самых лучших, потому что когда уже начинаешь достигать большой результат, это уже удовольствие немножко переходит в работу, и в очень жесткую такую работу. И тогда ты начинаешь трудиться для того, чтобы вийти на хороший уровень. Дякую, Ігоре, за те, що завітали на програму. Бажаю здійснення всіх ваших найближчих планів і мрій. І наприкінці програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення!